гуляли вот по Владской площади, увидели вот туалет такой. О, отойди. А не слезу. Чуть не сбил меня велосипедист. Не знаю, 5 крон. О, открывается кабинка. Заходим. Олег, ты живой? Живой. Как там, нормально? Отлично. Ага. Как выйти, не знаю. А ты все уже? Нет. А, может, там какая-то кнопка есть? Ручкой. Просто ручкой? Да, внутри ручка. Пойдешь? Нет, я не пойду. А если второй раз зайдешь, она зашла будет как во Франции? Нет, там ничего не убирается, ничего. Ну и что, можно так на халяву идти, что ли? Ну, второго, да, человек, наверное, зашел на халяву, я думаю. Или моется вот так в туалет, интересно. Ну, он что-то моется. Я тоже слышу, моется. Ну, дешевле, чем во Франции. Во Франции 1 евро. Тут сколько здесь? Ну, это, в принципе, 15 рублей дешево. Недорого. Даже у нас едешь по трассе. Сколько туалета давали? 20-25 рублей. Ну, нормально, ну, чисто. Да. Там даже бумага присутствует. Так что вот 5 крон. Все удовольствие сходить в городе в туалет. Все.